Губернские премии и гранты в области культуры и искусства вручают в дни подготовки к великому празднику – Дню Победы. И это не случайность. Награды не просто за талант, но и за особую миссию. Многие проекты связаны с патриотическим воспитанием молодежи. Это и создание электронного семейного альбома жителей региона, и экспозиция «Сыны Отечества». Талант, мудрость и тонкое понимание жизни сочетаются в людях, которые работают в области культуры. Наиболее такая тонкая область, где люди всегда необычны, может быть, и своим характером, своим мышлением, своим подходом к делу. Я хотел выразить вам слова благодарности за вашу творческую работу, непростую очень, но приносящую огромную пользу людям. 20 премий по 100 тысяч рублей получает лучший из лучших по итогам 2015 года. Одним из лауреатов губернской премии стал автор и ведущий программы «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС». Старший научный сотрудник Самарского литературного музея Михаил Перепелкин. Награду он получил за цикл публикаций об Алексее Толстом, его семье и их связи с Самарским краем. Мне бы хотелось вспомнить, конечно, добрыми словами и с глубоким чувством признательности и благодарности моих предшественников по литературному музею. Вот эта премия убеждает меня в том, что культура – это прежде всего преемственность, это диалог с традицией. Премия в двойном размере досталась солистке Волжского русского народного хора за концертную программу «Калина Красная». Елена Каплина достигает успеха в творчестве, не забывая о демографической политике. 8 грантов выделили на проекты, которым еще только предстоит реализоваться. Один из них – знакомство школьников с фильмами самарских режиссеров о Самарском крае и его истории. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.